И всем привет! С меня Александр Сучков, и сегодня мы будем, наверное, вы увидели название видео, и да, мы будем замораживать вот этот вот телефон. Мы его будем замораживать, вы уже поняли, где и зачем. В общем, ребят, мы сейчас все сделаем это. В общем, смотрите, нам нужно вот только наш телефон, и нам нужно вот такая вот штучечка. Так, сейчас мы все это будем делать. Ну что ж, телефон у нас готов, все у нас готово. Так, я подготовил уже все, то есть можем даже увидеть. Я подготовил такую штучку. Сейчас надо как-то ее открыть. Попробую открыть рукой. Вот так вот открыл. В общем, в эту штуку, вот в эту штуку мы нальем воды. Мы нальем в нее воды и, как всегда, заморозим ее. Телефон будет замораживаться, потом мы его, как всегда, разморозим. Телефон, я его буду замораживать без, как она называется-то, без батареи, потому что батарея взрывается, когда ее морозит. То есть оно реально взрывается. И я, в общем, решил этого не делать во второй раз, потому что первый раз я уже пробовал с батареей телефон. Это морозить. Там все полетело. Поэтому я теперь собрался без батареи это делать. То есть он не включается. То есть он включался с батареей, а сейчас он не включается, потому что в нем батареи нету. А также можно его открыть. Вот так, давайте крышку снимем. Можно посмотреть, что батареи нету, и здесь я кишки как бы уже оборвал от него. То есть да, там можно это увидеть. Конечно, нет. Это не сломается. Но телефон был качественный. Тут, конечно, такая вот штука для симки есть. То есть телефон двухсимочный. Обычный телефон, короче. Так, купил я его, конечно, недавно. Несколько дней назад именно для этого эксперимента. Давайте его вставим. То есть он не рабочий. В общем, ребят, наверное, будет еще видео, как я его разбиваю молотком, но это, наверное, уже попозже. А сейчас давайте нальем в нашу вот эту вот штуку воды и запихнем туда наш телефон. Итак, приятного просмотра вам, ребятки. Итак, друзья, все готово. Так, можно увидеть то, что вода уже налита. То есть. И сейчас мы этот телефон будем замораживать. Начнем. Давайте уже. Кидаем его в воду, погружаем, то есть. Так. Так, видно, то, что он уже в воде в данный момент. То есть, да, даже это видно. То есть это не фейк, это он реально в воде, вот он погружается так в воду. Это можно все заметить. В общем, сейчас мы будем вот это вот все мы будем сейчас замораживать. После этого мы подождем где-то один день, после чего мы вытащим из морозилки наш телефон, то есть я вытащу. И тогда мы уже... мы сделаем... это. То есть мы сломаем лед и посмотрим, работает ли телефон или нет. Ставим туда батарею и проверим, работает он или нет. В общем, давайте это крышечкой закроем. Так, так, все закрыли. То есть вот это можем увидеть. Много вода протекает, ну ладно. Как бы все равно. В общем, ребят, этот телефон, ну такой... конечно, недорогой был, но ну прилично дорогой такой. Стоил он где-то несколько косарей. Вода немного протекла, ну ладно. Так. В общем, ребят, мы его сейчас будем замораживать. И, ребят, вы обязаны поставить под этим видео лайк, потому что не каждый решится свой телефон заморозить, ребят. Это просто
Героизм, можно сказать. В общем, мы его замораживаем. И приятного вам просмотра. Итак, друзья, у нас все заморозилось в нашей коробочке. Давайте теперь это все как-нибудь замерзло все. Вот все распакуем. Здесь мы видим то, что все-таки это все заледенело чуть-чуть, конечно, потому что я не ждал целый день. Я попытался все-таки как-то, чтобы это сразу сделалось. Так, видно то, что пузыри здесь есть. То есть я вам даже доказываю то, что это лед. Это то, что есть лед здесь. То есть это не фейк. Вот, это все лед. Так. Камеру немного закрыл, ну ладно. Так. Здесь все видно. То, что это серьезно лед. Ну что ж, друзья, вот даже вот так могу показать. Опс. У нас проломилась там наша штучка. Вот эта вот дырочка получилась. Блин, надо вода. Так, ладно. Сейчас мы будем доставать наш телефон из вот этой вот нашей штуки. Так, чтобы это все сделать, нам нужно лопнуть по пузырику. Для этого нажимаем вот сюда. О, все. Так. Пальцем все разламываем. У нас получается такая, конечно, лед такой, ну, не сильный, но такой уже, средненький. Так, здесь мы уже все проломали. Так. Так. Проламываем. Не проламывается, ребят. О, все. Так, нет еще. Подождите. Так, вот. У нас наш лед. Вот он. Лед. Это лед, ребят. Так. Так. Ого, вот она. Наша формочка, ребят. Так, вот мы достали нашу формочку. То есть я вам доказываю еще раз, что это лед. Это не какое-то там другое вещество. Это реально лед. То есть вот, я вам доказываю. Здесь тоже есть такая вот половинка. То есть это лед. Так, давайте я его куда-нибудь кину. Давайте. Так. И вторую часть давайте тоже выкину. То есть вот какая она была. Вот такая она была. Вот такая вот она была. Это был лед все. Давайте его тоже выкинем. Так. Так. Ну что ж, у нас тут чуть-чуть еще льда осталось. Ну ладно. Так. Достали мы наш телефончик. Блин, капец он холодный. Капец у него, смотрите, так же как с симкой, смотрите. Тут у него, короче, вот эта вот штука, цвет, как, не знаю, как матовый стал, блин, вообще. Круто. Немного получилось как матовый, ребят. Или мне так кажется. Сейчас, подождите. Как-нибудь его вытру сейчас обо что-нибудь. Так, где мне тут... Так, сейчас немного его оботру, потому что он реально... Заморозился. Сейчас. Так. Вот. Мы его, то есть, достали. Из этой штуки. То есть, там вот можно это... Ой-ой-ой. То есть, это видно, то, что там еще лед плавает немного. Но это уже не так видно. То есть, вот. Блин, тень мешает. Ну, ладно, потому что сейчас уже ночь. Потому что я ставил эксперимент утром. Сейчас уже ночь. То есть я не дотерпел до завтра и решил это сделать сегодня, наш эксперимент. Так, вот. В общем, давайте это пока что уберем. Это нам водичка пока не нужна. Так, давайте разбираться. Вот такой у нас прикольненький телефон получился. То есть не получился, я имею в виду. Что в нем изменилось? Сейчас давайте немного еще протру здесь. Потому что он еще не весь... сделался, то есть он не просох еще, сейчас он просохнет, и я сразу вам его покажу. Так, ну что ж,
Ребят, вот, в общем, его чуть-чуть я его помыл, точнее не помыл, а просто протер. То есть видно то, что у него с экраном стало не очень. Там даже плата немного видно, если так посмотреть. Хотя нет, не посмотрите, не видно. Ну, может, в телефоне будет видно или нет, но здесь сразу видно в экране такая вот, ну, как пленка, что ли, отошла оттуда. Из экрана, из вот этого экрана Samsung, там вот этот пузырик появился здесь. Его можно заметить на телефоне. Это, о, из него, из самого вытекает еще вода. Вот, это капли все. О, смотрите, видите капли? Это все из него вытекает. То есть, из телефона. Блин, тень, конечно, мешает, ну ладно. Так, вот это я уже сказал, то, что вот эта вот вся часть задняя стала другим, другой. Так. Вот. То есть, у нас не включается сразу. Давайте мы снова крышку снимаем. И тут мы видим то, что здесь у нас все в воде, все. То есть у нас, о, даже здесь даже лед появился, ребят, вы не поверите. Тут видно лед, вот он, немного там виден. Вот тут, смотрите, вот что-то отлетело. Это все лед, ребят, тут был. Где место вот это для вот этой штуки, тут было все в льде. Здесь даже лед есть, смотрите. То есть везде здесь лед. То есть у нас все вообще заморозилось, видать. И там, наверное, тоже все заморозилось. Да. Так, камера вроде нормальная. Не попорченная, вроде такая и осталась она, как и была. То есть. Даже не знаю, сколько она пиксель-то снимала. Ну ладно. Так. Ну что ж. Так, ну давайте мы его потом. Вот я же не знаю, как его разобрать-то. Может, как-то можно его разобрать. Давайте как-нибудь попробую сейчас. Давайте телефон сейчас поставлю новый. Так, как-нибудь. Хотя нет, не ставится почему-то. Ладно, так пусть будет. Сейчас я попробую его как-нибудь сломать, разломать. Так, у меня не получается, ребят. Я хотел его всего сейчас разломать, но не получается. Потому что камеру мне некому держать. Мой оператор, который снимает все мои видео, сейчас не у меня. То есть, не у меня дома. Потому что, что он будет утром здесь делать, и что он будет ночью здесь делать, я не знаю. Так. Не знаю, ну не сделается, вот. Слышно звук? Это не звук кнопок, ребят. Вот кнопки. И даже не слышно. А это... Наверное, вам будет слышно, то, что это... Вот смотрите, реально это не кнопки. У нас телефон не работает. Блин, ничего. То есть, смотрите, вот это как-то так. То есть, слышно звук. Непонятно, из чего он идет-то. Там вроде нет ничего. В общем, ребят, вот как-то так. Здесь тоже вода везде. Здесь тоже лед. Давайте мы его сейчас... Видно то, что он мокрый. То есть это, ребят, не фейковое видео, я реально заморозил телефон. Да. Да. Интересно, он будет работать или нет? Мы, наверное, это проверять не будем. Потому что сейчас ночь. Давайте помешаем эту всю хрень. Вот так вот. Как-нибудь. Вот так вот. Чтобы у нас весь лёд сломался здесь. Ну что ж, ребят, мы, в общем, все сделали, все я вам показал, что он реально мокрый, он такой,
Уже считайте сломанный. Вот он мокрый даже вот на этой штуке видно, то что видите, он блестит. А вот, блин, лампочка мешает. Вот там на экране видно то, что тут запузырилась такая вот штука. Пузыри видно, наверное, будет. Нет? Блин. Жаль. Здесь, короче, пузыри. На экране вот здесь в середине пузыри, это можно заметить. Немного пузырится. Так, у нас вся система здесь, короче, в этой штуке. То есть, я не знаю. Я просто не знаю, как сейчас. Это, смотрите, я на него нажимаю, он из него вода льется. Это вообще как? Давайте еще раз попробуем. Давайте как-нибудь вот так поставлю телефончик. Блин, интересно, у меня в воду упадет, нет? Нет? Хоть бы не упал. Так. Вот. Мы, короче, отломали кусок. Блин, немного замочил камеру, ну ладно. Телефонную. Вот, короче, мы отломали кусок от него. Блин. Вообще. Руки-молотки, блин. В общем, ребят, вот. В общем, ребят, вот как-то так получилось. Я отломал кусок. Вот. Тут даже можно распаковочку всего телефона можно показать. Все сохнуть будет. Вот наша, ребят, система. Телефончики нашим. Сегодня мы его будем, наверное, разбирать. Так. Это мы, наверное, можем снять уже. А, она вся снимается, точно. Ой, блин. Из нее что-то потекло. Блин. Капец. Вот так вот выглядит телефончик наш. Компьютер я умею собирать, все я умею собирать. Вот такие вот телефончики, блин, прям настоящий китаец. Настоящий робот, который собирает тут телефоны и всякую вот эту хрень. Вот это вот кнопочки, ребят, кто не знает, это вот все кнопочки, вот это. Вот этот системный блок, сам вот этот вот, вот он. Это типа процессора, здесь камера, вот, все здесь находится. Здесь у нас звук, звуковая карта, то есть здесь у нас платы с телефоном, то есть чтобы на экран это все передавалось. Так, ну вроде все я вам рассказал о телефоне. Так, что у нас в этой штуке? Так, у нас что-то должно выпасть, что ли еще? А, вот эта клавиатура должна выпасть, походу. Давайте мы ее как-нибудь... Так, во, мы ее вытащили. Вот. Ребят, вот это вот клавиатура наша. Вот она. То есть ничего особенного в этом телефоне нету. То есть я могу собирать телефон и разбирать. Вот так вот выглядит наша клавиатура. То есть это не фейк, это вот резиновая херня, как ее назвать по-другому. То есть вот так вот она выглядит. Блин, все в этой херню упало. Да ладно. Обмочил ее. Вставлять-то буду, блин. Так, ладно, помыть ее надо, да, вообще. Так. В общем, ребят. Ладно. С этой херней мы разберемся позже. Давайте мы ее немного вот так потрясем и бросим все. Так, что у нас здесь осталось? У нас здесь остался экран в нашей разборке. Вот это вот все мы сняли. То есть видно то, что я все снял. Даже вот так могу показать. То, что вот наш эксперимент такой получился интересный. Вот такой вот у нас телефон. То есть из нескольких кусков сделан. Я, наверное, из видео даже фотку сделаю. Потому что реально прикольно. В общем, ребят, вот этот вот экран, я не знаю, выдавлю я его или не выдавлю. Выдавить, наверное, не получится, потому что... вот, смотрите. Сейчас попробую оторвать. Сорвется, нет? Блин, пальцы мешают, конечно, но... Ладно. Короче, там эта херня прицеплена. Вот той хренью. Короче, все платы соединены, поэтому я не могу никак сделать.
Здесь даже чья-то роспись есть. Это видно. Здесь кто-то расписывался. Так. Здесь какая-то... Сейчас. Блин, подцепить нечем. Нет. А что это вообще такое есть-то? Здесь-то нет ничего. Нет. Я бы еще снял видео разбиванию этого... этой хрени молотком. Ну давай же, блин. Чё не могу оторвать-то, блин. Странно. Так, вот у нас пошла уже. Давай, 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 давай. Давай-ка. Отрывайся, система. Я боюсь, что он сейчас вылетит или... или не знаю. Или что-то сделается. Ну вот эта херня, короче. Непонятно из чего. Но она здесь была, вот на этом месте. Так. У нас осталось только вот... сбор вот этой вот херни. Так, это тоже скотч, что ли? Это, походу, все скотч, ребят. Здесь кто-то, наверное, китайцы уже ковыряли здесь. Перед тем, как продать мне телефон. Из него еще вода капает, ребят. Давай же. Не продавливается, ладно. Слушайте, давайте я его сомну. Давайте, смотрите. Я его сейчас сомну. Не, не получится. Господи. Я боюсь то, что пораню руки. Потому что немного сжал, но ладно. Вот так он уже выглядит. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я чуть руку себе не продрал, блин. Ну, тут видно то, что уже сломано. Я сломал только что ее. Давай же, давай же, давай же. Так. Давайте мы его доломаем до конца. Вот оно. То есть, все, у нас остался один экранчик, один только. Да, ребят. Остался нам, блин. Опять эта херня ко мне прилепилась. Наклейка. Так. В общем, ребята, интересное очень видео получилось. Конечно же. Но надо его заканчивать. Надо чем-то разбить эту херню. Наверное. Хотелось бы. Давайте этой же херней. Не, не получится, наверное. Не, не. Непробиваемая, блин. Фух. Ну да, ну вот куски наши. То есть все. Телефон полностью разобран. Вы видите то, что я не фейк, я реально умею разбирать телефоны. То, что это реально не фейк, ребят. Ну, я так видео не могу закончить, потому что нужно, блин, вот это все. Все-таки, наверное, разбить все это дело. Ну, как мы будем это делать, я не знаю. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки за вот это вот. И подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео, которых нету. Ну, короче, понятно. А сейчас я буду собирать телефон. Поэтому всем пока. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал моих друзей. Они реально стараются, чтобы снять новые видео. Ну что ж, вот так вот у нас получаются телефоны. И всем пока, и всем пока.